Республиканский фестиваль национальных меньшинств проходит в Азербайджане на протяжении 5 лет. Сотни творческих коллективов из разных уголков страны собираются в Баку, чтобы представить свою уникальную культуру. Наш ансамбль был создан в 1987 году и существует до сих пор. Мы очень много выступаем на республиканских и международных фестивалях. В этом фестивале мы принимаем участие уже в 5-й раз и очень гордимся тем, что представляем здесь наш родной Азербайджан. Мы ездим с гастролями по всему миру, исполняем песни как на азербайджанском, так и на талышском языках. Можно сказать, что наш ансамбль достаточно известный. Расположенный на границе Европы и Азии, край с необычайно красивой и богатой природой, Азербайджан с древних времен отличался своей религиозной и национальной толерантностью. Страна огней – родина зороастризма, колыбель христианства на Кавказе и территория широкого распространения ислама. В Азербайджане испокон веков в мире и согласии проживают представители различных народов и религий. Таты, удзины, аварцы, малакани, талыши. Сегодня в стране проживают десятки этнических групп наравне с азербайджанским, говорящие на своем уникальном языке, отличающиеся самобытной культурой, обрядами и традициями. Кроме того, Азербайджан – родина для сотен тысяч русских, грузин, евреев и представителей многих других народов. Мультикультурализм – образ жизни в Азербайджане. И у нас интернациональный ансамбль. Но мы фольклором поддерживаем русские народные песни. Те песни, которые пели наши бабушки, мамы. И так как у нас Баку толерантный, поэтому мы даже на сегодняшнем 5-м фестивале исполнили песню, называется «Все мы бакинцы, все мы русские». И песня пелась о том, что наша родина Азербайджан. Мы существуем уже давным-давно. Правда, состав меняется. Приходят к нам и молодежь, мы учим их петь, все. Поем русские народные песни. В селе у нас тоже много национальностей есть. Мы со всеми живем дружно, мирно. Все прекрасно, все хорошо. У нас колхоз существует. Трудимся, работаем, а в свободное время поем. Вот приезжаем на всякие фестивали. Народные песни и национальный фольклор. Яркие костюмы и древние музыкальные инструменты. В этом году Республиканский фестиваль национальных меньшинств собрал рекордное количество участников. Лейла Курбанова, Наиб Гаджиев, CBC.